Здрасте. Здорово еще, Буня. Здороваюсь с моими зрителями, подписчиками. Ага, такса. Такса, ты таких блатных кровей. На, Буня, куда удрал? Пошли. Коптилку будем сейчас показывать с тобой. На. Ну, не хочет вылазить, прячется. Канал Таёжный обитель приветствует вас. Сегодня я в своей вот этой коптилочке, я ее сейчас покажу вам. Я ее уже показывал. Но сегодня я копчу горбушу первый раз. Обычно я здесь селедку как коптил. Да и она у меня, в общем, не слишком давно. Но мне она очень нравится. 2 дня я солил горбушу, 2 суток. 1 день на солнышке. Сейчас хорошо, нету мух на солнышке. Я открыто просушил ее. Она просушилась, 18 градусов было тепла, и она хорошо пропала. И я ее вот дымлю. Дымлю, я у меня вот покажу. Я наготовил вот такие сухие палочки, щепочки. Это сальник, сальниковые. И черемуховые темные. И еще мне зять подарил щепа для копчения мяса, рыбы, птицы. Отборная, калиброванная. Здесь ольха, бук, дуб, яблоня, груша. Вот такая универсальная. И я щепоточница, я ее уже показывал. Ну, еще раз хочу все равно показать, потому что очень удобно. И вот сегодня я утром начал коптить. И вот сейчас я, вот этот дым кончится. И к вечеру, часов в 7, вот где-то часов 8 я утром начал, и часов в 7, вот получается 11 часов копчения, и посмотрим, какая у меня получилась тут рыбка. Вон, Боня лает на засветку. Опа. Укрываю. Так. Укрываю. Ой-ой-ой. Не знаю, залезу там, не залезу. Вот. Опа. Щепоточница моя. Сильно много дыма. Но у меня такая банка. И в ней рыба. Ой, подыму все. Вот рыбы так. Опа. О, вот какая получается рыбка. Вот 11 часов, и она уже вот такая прокопченая. Щепоточница. Ее там сейчас не достать. Сорвалась. В такой системе она была. Но все равно я ее вам потом покажу. Вот она, моя щепоточница. Видите, как она дымит. И вот такая. Система. Вот такая система.
рыбы. И я ее туда. Сейчас вот эти вот стоят вот так. Когда много мне, я разворачиваю крючочек и вешаю вот так ребром. И все, как солнечные лучики, вот так. И вот в эту мою бочку помещается где-то около это половинки, вот такие половиночки. С одной стороны я, у меня получается без ребра, а с другой стороны получается с ребром. Не с ребром, а с другой стороны получается с этим, с хребтом. Я люблю, когда с хребтом, она под хребтом помягче и вкус другой. А вот это будет по суше, но вкус тоже отличный. И где-то вот в эту мою маленькую коптилочку штук 40 вот таких половинок я вот так ставлю. Еще они вот посередке у меня. Коптит она очень слабенько получается. Но бочка маленькая, вот этого дыма вполне хватает. Этот заряд на 3 часа закрывается плотно, потихонечку. И все, все это идет своим чередом. Боня лазит мой, помогает. Собачонок. Вот так закрываю. Опа. Когда прохладно, я закрываю потеплее. Когда дождик, у меня есть вот такая крышка, я закрываю. И в дождь эта система тоже работает. Ну, вот на сегодня у меня как бы охота была вам показать вот эту мою простенькую систему, которую я уже показывал, но желание показать еще раз большое, поэтому не обижайтесь, что показываю как бы снова эту бочку. Сейчас бочку снаружи покажу. Вот. Вот она. Вся система выглядит вот так. Ну, я можно и на землю, потому что от этой щепочницы не загорится. Ну, у меня вот на бочке стоит и вот так вот дымит. Ну вот, всем всего доброго. Удачи, радости, любви, творчества, здоровья, гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока. Где-то Боня убежал мой. Боня! Обещал показать тебя. Вон он бродит в огороде. Боня! На, иди! Иди! На! Иди! Эх ты, не хочет. Ну ладно. От него тоже вам привет.